Друзья, сегодня мы расскажем вам историю удаления одних бровей, которые ушли еще 6 лет назад в красный цвет, а этому татуажу уже 8 лет. 8 лет и 6 лет, Грета, каждое утро. Я каждое утро закрашиваю их тенями, чтобы не было видно красоты. Свои вот. Брови хорошие, но вот именно этот красный предательский цвет. В общем, Грет, 6 лет мучиться, на самом деле прийти на удаление, которое займет 10 минут. Практически все наши клиенты переживают, боятся, годами страдают, замаскировывают, а потом удивляются, почему я не сделала это раньше, давно удалила бы свой перманент. В конце этого видео вы увидите результат и спасение таких красивых бровей. Именно поэтому мы рассказываем своим подписчикам о том, что вы должны выбирать мастеров именно по зажившим работам, а в идеале, если вы будете находить работы, отзывы, как ведут себя брови спустя несколько лет. Пигмент качественный должен выходить из кожи незаметно, без изменения цвета, просто лишь высветляясь, становиться светлее. Ощущение перед лазерным удалением. Страшно? Нет, не страшно. На брови присутствует микрорубец, нарушение базального слоя. К сожалению, этот слой уже не восстановится. Считаю, уже прошло 6 лет, но я вижу последствия травматичной техники. Даже 8 лет. И удалить из рубца всегда гораздо сложнее пигмент. И вот для сравнения, вот эта бровь, да, то есть мы видим просто неблагополучный цвет, но такого глянца, блеска нет. Вот так что посмотрим, как это будет удаляться. И наша задача удалить, чтобы шрам не усугубился, а цвет вышел. Грет, ты как? Я вообще отлично. Друзья, смотрите, как выглядят брови сразу же после процедуры удаления. Мы видим, что отсутствуют какие-то кровоподтеки, жуткие травмы. Давайте сейчас нам Грета расскажет по ощущениям. Настроение отличное, ощущения тоже. Первые, ну, может быть, минуты, полторы было легкое жжение. От 0 до 10, насколько это больно и страшно? Ну, наверное, больше страшно, чем больно. От 0 до 10, наверное, 3. Отлично. Все, ждем заживления и покажем вам в конце видео окончательный результат спасения красивых бровей. Спасибо. Друзья, через 4 почти месяца после одной процедуры лазерного удаления я встретилась с Гретой, и посмотрите на ее удаленные брови. Грета, сколько лет ты мучилась с тем красным татуажем? Ну, лет 6-7 точно. 6 лет мучений, в итоге 10 минут мы потратили на процедуру удаления. И вот, смотрите, натуральные красивые брови. Можно я вот так сейчас сделаю? Все, красного старого татуажа нет. Великолепные брови. Грета, ну расскажи. Я безумно рада, я не могу нарадоваться, что у меня свои, наконец-таки, натуральные. То есть после одной процедуры цвет вообще ушел, и мне очень комфортно, я могу делать разные теперь формы без татуажа. Ничего не закрашивать, ничего не смущает. Да. Ты прекрасна, и великолепные брови. Ура! Напишите Спасибо. В комментариях. В общем, кто хочет удалять, пишите, звоните, приезжайте, всех спасем. Пока-пока.